Учитель, врач, артистка. Как и многие в детстве, Ирина Тарасенко применяла на себя разные профессии, а стала экономистом. В спортивной школе Одинцова работает 9 лет. Качество тренировочного процесса зависит и от нее. Планы, закупки, поскольку у школы нету собственного здания, да, мы арендуем практически все здания или работаем там как-то со школами общеобразовательными. Поэтому все планирование, все затраты, ну, как бы делаю я и коллеги. Ракетки, валаны, мячи и другой необходимый инвентарь, без которого на спортивных площадках просто не обойтись. Внимательно обработать заявки тренеров из большого ассортимента, выбрать лучшее. Процесс тренировок должен идти непрерывно, поэтому эта работа коллективная. Всегда там люди, которые занимают административные, выполняют административные обязанности, они, знаете, как это, невидимые на заднем плане. Но понятно, что в наш век, особенно вот цифровых технологий, мы тренерскому составу и родителям, и ученикам помогаем, потому что ну, так быстро все течет и все так быстро меняется, что все вместе мы можем это как-то освоить. Влюблена в фигурное катание. Ирина Тарасенко хоть и работает за пределами ледовой арены, но за этим видом спорта следит внимательно. Мне просто это нравится. У меня дети занимались фигурным катанием в нашем ледовом дворце. Мне просто он, да, симпатизирует этот вид. И я просто слежу за нашими спортсменами, в том числе и за нашими маленькими спортсменами, которые занимаются в нашей школе. Ирина Тарасенко уверена, она на своем месте. Трудиться на благо любимой школы – удовольствие. А когда ее ученики встают на пьедестал – это лучшая награда. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».